Накануне ушел из жизни Вячеслав Захаров, наш друг и коллега, настоящий профессионал своего дела, веселый и жизнерадостный. Ему было всего 57 лет. За свою жизнь Вячеслав освоил множество профессий. Трудился учеником слесаря на шахте «Распадская», мастером производственного обучения, тренером. В 2014-м стал фотокорреспондентом газеты «Контакт». Он освещал все события города. Пожалуй, у каждого найдется снимок, сделанный Вячеславом Захаровым. Всегда улыбчивый, неунывающий, он мог расположить любого. Таким он запомнился коллегам и друзьям. Этого человека, в крайнем случае, я знаю с самого детства. Он все время, сколько я его знал и общался раньше, был настолько настроен и имел какую-то конкретную цель, и этой цели он всегда добивался. Я скорблю. Лично скорблю о уходе его из жизни и соболезную его маме. Он вместе с нами работал. Это веселый человек. Очень он поражал оптимизмом своим. Какие-то даже неприятные ситуации в жизни. Он всегда умел их как-то со смехом, шуткой скрасить, снизить остроту, если таковая была. Безусловно, что газета. Без его фотографии это не газета, это слепая газета. Как у каждого творческого человека, у него остались нереализованные планы. Смерть вырвала его из наших рядов. Скоропостижный уход из жизни Славы Захарова стал утратой для родных и близких. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Телеканал «Июнь» выражает соболезнования семье. Помним и скорбим вместе с вами. Прощание с Вячеславом Захаровым состоится в эту пятницу, 16 марта. Время и место сообщим позже.